какие у нас сегодня пробки перед праздником 8 марта, 7 число сегодня. Это мы выезжаем на... Ближе к Акации сейчас не протолкнешься. Республики, это вот как раз вот дом Республики 11. Проспект Ленина раньше был. Это, как называлось? 40 лет Казахстана, проспект. Здание, я здесь работала на 5 этаже. У нас была фирма Крам ДС. Хорошая работа была. Хороший коллектив. У нас директор Тамара Васильевна Носкова была. Хороший человек. Это было давно, это в 90-х, 93-й, 94-й, по-моему, 95-м уже я ушла с работы. Работала я за складом. Молодая была. Тогда еще. Сейчас бы побоялась идти за складом. А мне тогда еще тоже сотрудники говорят, как ты не боишься? Ну, как-то не знаю. Не боялась. И вроде нормально все было. 3 года работала. Проработала. Сколько секунд осталось? Не видно ничего. Автобусы все перекрыли. Красный, там 19-18 секунд. Кое-как мы отсюда выезжаем. Не знаю, сколько мы будем плыть. У нас бабушка дома оставленная. Не ключи, посмотри, что там бабушка. А ну сейчас надо будет проверить по камере. Ну, мы сейчас сделали, как камеру поставили в комнате. И с телефона, когда если уезжаем, задерживаемся, следим за бабушкой. Все ли нормально с нашей бабушкой? Надо посмотреть. Нет, просто у нее сейчас по расписанию уже надо таблетки давать. С такой дорогой нам еще хотели заехать в Ладушки, что-то на праздники купить. Побаловать себя сладким. Не знаю, автобус сделал, да? Ему на остановку заезжать, сейчас будет всех смотри, как кипит. Все перекроет сейчас. Все перекрыло. Дебил, блин. Вообще не надо было этим пропускать. Ох, еще там садятся на ходу. Какие нарушения. Там молодежь, она за родом. На 84-х все молодые ездят. Водители. А сейчас везде молодые, по-моему. Сейчас где с опытом наберешь людей? А что это стоит? Все перекрыл, он даже не заехал толком. Вот так у нас ездим и в Чемпионте. Туннель в какую-то школу. Да какая школа? 7-я, да? Я что-то не помню. Ну, возле Гульжана, да, получается? Огонек. А, огонек. Везде будем стоять. Ну все, там дальше зависит. А, сейчас это на цветной Акации же за это сейчас. На цветы сейчас все за цветами. Все на цветы, сейчас дальше уже будет свободно. Видишь, какие мужчины все стараются купить цветы женщины. Но я этого не понимаю, конечно, это дорого. Не стоит таких трат. Именно в такой день цветы по бешеной цене. Цветы приятно, конечно, получать, но не за такие деньги. Не видите там? За такие все деньги можно, я не знаю, что только купить. А цветы постоят, несколько дней выкину. На север в Ладушки, да, поедем? Вот такой там будет. Ты что теперь делать? Поехали. Я не знаю, сам решай. Поезд на
темпами мы же домой поедем. Может, у себя в Феркане там что-нибудь купим, да и все. Оставаюсь уже поздно. Зайти сейчас глянь, то это нет эти ладочки. Завтра Феркан. Что Феркане хотите? Может, перед праздником напекли. Как-то привыкла на севере в ладушках. Вот там уже знаешь, где что лежит, где что какое уже как-то это самое, где салаты, где там то, где блинчики, где тортики, где все. Не знаю. Из этих цветов только единственное. Там что, нигде нельзя больше встать там, да? Ну, поехали посмотрим. Мне на Токихана не нравится. Выбора нет. А там... Там все продают. На севере. Ой, какой Токсинов. Поедем там на всем сейчас. Пробка будет. Лучше побыть Токсинов. Ну, здесь тоже, вон, смотри, пробка стоит. Тоже стоит? Смотри, сам я не водитель. Откуда я знаю, это пробка или не пробка? Пробка. Это пробка? Ой-ой-ой. Пробка. И прямо пробка, везде пробка. А все почему? Потому что надо было кому-то на Джангильдина кое-зачем ехать. Мини-маркет хороший открылся. На край света можно ехать за такими вещами, да? С одного конца города в другой конец города. Чтобы купить себе то, что так хочется. А на севере будет пробка. То, что мне там надо. Ради этого можно было все пробки преодолеть, да? Здесь пусто. Нет, пойдет прямо чистое солнце. Вот еще такой деятель на автобусе. Там остановка, он сюда залез. Сейчас перекроют тоже дорогу. Система Сергек. Камера контролирует перекресток. 200 метров. Прям под дождем на улице стоять с цветами все. Павильоны. Почему у нас доллар продают? 511 покупают, 517 продают. Рубль вообще 4. Праздник есть праздник. И красивые розочки понес. Отвалил зарплату, наверное, за них. Мне не нравится вот это перед праздником обогащение. Не каждый может за такую цену купить цветы. А если была бы нормальная, обычная цена, как обычно. Они-то и так-то не дешевые букеты. Если купить вот так, да? Так бы больше людей купило бы, чем они вот втридорога, там, я не знаю, продают сейчас. Даже мы бы позволили, наверное, да? Ой-ой-ой. Это мы пока за Бетби едем, бывшая советская. Это вот 9-я школа с правой стороны. Вот сюда мы 11 лет ездили, привозили, увозили своего сыночка. Вот так, имени Кирова. Сейчас уже она другая. Лицей номер 9, но я не знаю имени кого. Когда наш сын учился, было имени Кирова. Время пролетело. Когда ребенок идет в школу, пошел первый класс, и все. Быстро время пролетает. Уже после школы уже даже много сколько уже времени прошло. Когда он закончил? В 2005-м, да? Да. В 2005-м? Он уже сколько прошло? 17 лет, 18. Тут ткацкая фабрика здесь была. Здесь что-то строят. Ого. Зоовед сервис. Вот это все.
вчера были в Гринмаркете. Ассортимент пока большой. Ой, машин стоит, да? Это Гринмаркет же или что-то? Кафе на Советском. А, вот это? Ну, люди сейчас везде корпоративы, наверное, отмечают. Ну, там в Гринмаркете тоже вот с правой стороны, где тюльпанчики нарисованы. Гринмаркет. Такой ассортимент всего. Ой-ой-ой. Все бы купил. В прошлом году тоже много покупали, в этом году мало купили. Потому что уже и так некуда ничего сажать. Уже все есть, весь ассортимент. Приезжайте, покупайте. Сколько машин стоит? Да. Вчера хорошо еще подъехали. Ну, а выходные люди, видно, наверное, это. Перед выходными берут, сажать будут. Перед праздниками. А у нас, как у нас лотят дожди. Вот здесь вот кафе на Советской, маршрут Монетова. Шашлыком вкусным. Всегда раньше ездили, еще ребенок маленький, еще сын маленький был. Часто ездили на шашлык. У них все вкусное, манты вкусные, все и лагман. И постоянно людей у них там много. Единственное, что они по выходным не работают и на праздники. Сегодня понедельник, ну, выходной. Сейчас подъедем из Ладушек, свободно будет. Туда все перенесли ниже, а здесь цветов мало, может меньше будет. А что мне их купить? Возьми пирожные, теперь салатов на завтра, пирожного, тортик возьми. И пирожное, и тортик? Сейчас по пирожному сидим, а на завтра тортик небольшой, салатов возьми, чтоб ни одними сушами. Бабушки взяли. Блинчики. По имени блинчик тоже сидит. В машину уезжает бусик зеленый. 200 метров. Скорее. Пешеходная дверь. Ой. Ни там, ни там не могу встать. Ну, давай туда встану. Дальше чуть-чуть? Дальше, да. Уже будет за переходом, что ли? Да, жопа же бьет. А это далеко, да? Это... А, не так, что ли? Так, встану. Ну, и ты проехал, ничего? Чего? Пешеходную. Да, ушел с пешеходной. Можно поаккуратнее? Взяла вот такой вот киевский, сказали, очень вкусный.